В рамках 60-летия высшего гранного образования Якутии у нас состоялась встреча заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Астраханцевой Елены Юрьевны с главой Республики Саха-Якутия Егором Афанасьевичем Борисовым, где в том числе прозвучала идея о необходимости концентрации в одном учреждении многоуровневого аграрного образования. Ведь не секрет, что на уровне России происходит именно кампании по закрытию неэффективных вузов, которые осуществляются Министерством образования и науки Российской Федерации. И, конечно, здесь задача стоит перед всеми регионами, чтобы сохранить вуз аграрный в Якутии. Мы должны объединиться и все ресурсы концентрировать в одном учреждении, чтобы суметь обеспечить все те 20 целевых индикаторов, которые были установлены перед всеми российскими вузами, независимо от региональных особенностей, к сожалению. Ведь мы сейчас живем в условиях крайнего севера, и для нас, конечно, очень большие идут издержки в плане транспортной доступности, низкая плотность населения, скидок на это, к сожалению, не дается, и поэтому мы должны, в свою очередь, мобилизовать свои ресурсы, чтобы суметь выполнить требования, которые стоят в целом по стране. И в этом плане вот глава Республики Саха-Якутия поддержал идею объединения техникума с Якутской сельхозакадемией. И этот процесс, конечно, будет долгий, двухэтапный. Сначала Якутский сельхозтехникум должен быть передан в федеральную собственность в течение 2017 года. И как второй этап, это уже объединение двух федеральных учреждений в одно учреждение. Это произойдет, видимо, к концу 2018 года.